Самый крупный в России центр национальной культуры находится в Краснодаре. В его состав входят более 30 общественных организаций. Сегодня на территории Кубани в мире и согласии проживают представители 124 национальностей. Межнациональные отношения или решение этих вопросов в Краснодарском крае поставлено на уровне. Это большое внимание уделяет наше краевое управление, губернатор Краснодарского края. В семинаре приняли участие специалисты, занимающиеся вопросами межнациональных отношений со всего Краснодарского края. Одна из основных задач, по их мнению, это культурное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В Анапе эта работа поставлена на высоком уровне. На курорте нет конфликтов на межнациональной почве. Опыт взаимодействия со всеми конфессиями и представителями разных народов, проживающих на территории, наработан большой. В том числе и поэтому именно наш город был выбран местом проведения семинара. Участвуют и органы власти, правоохранительные органы, естественно, наши все образовательные учреждения, все религиозные организации. Работа важнейшая, и мы желаем всему нашему семинару плодотворной работы на нашей анапской земле. Как считают участники семинара, межнациональный мир на такой большой территории – основа благополучия края. Работа должна включать не только праздники и фестивали, но и заседания круглых столов с представителями центров национальных культур, а также встречи с лидерами диаспор. Здесь хорошие присутствуют преподаватели, Кубанский госуниверситет, руководитель Центра национальных культур Краснодарского края. И люди, которые на местах что-то делают, могут позадавать им вопросы для понимания, вот, опять-таки, прояснение нюансов, что можно делать, что нельзя, как работать, какие-то, самые-самые последние. Это, такая вот учеба, повышение квалификации. В первую очередь, огромная благодарность всем национальным сообществам, да, которые понимают, что они живут на Кубани, что это наш общий дом, и здесь необходимо постоянное взаимодействие для развития Краснодарского края. Межнациональная дружба и согласие, вопросы миграции в Краснодарском крае, а также профилактика экстремизма. Эти и другие темы обсудили участники семинара. Это и подведение итогов, проведенной за год работы. Программа также включает работу круглых столов и экскурсионную программу, которая познакомит гостей курорта с достопримечательностями Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа Регион.